Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скубер, и мы продолжаем проходить с вами Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну что ж, в прошлой серии мы с вами проделали большую работу, прошли целых три чемпионата. Чемпионат среднемоторов, седанов и также универсалов. Ну, в этой серии, естественно, мы продолжим. Но для того, чтобы продолжать, нам нужны деньги. И давайте сейчас пофармим немножечко денег. Благо мы нашли такой чемпионат. И давайте вот сделаем это на вот этом вот болиде. На лимановском болиде 60-х годов. Легендарной машине Ford GT40. И для начала мы проверим, нет ли опять каких-то заковыр тут с резиной у нас. Как было это с GT1. Ага, вот видите, также вся резина куплена. Это означает, скорее всего, что у него одеты, наверное, опять же, просто дорожные шины. Ну а судя по всему, ничего другого у него нету. Ну точнее как, нельзя купить запчасти. Да, вот видите, недоступно для покупки. Ну, давайте зайдем тогда сразу в чемпионат и там посмотрим. Это у нас в чемпионате Gran Turismo всех звезд. А, трасса Red Rock Valley Speedway. Так, сейчас зайдем в настройки. И посмотрим, где у нас тут резина. А, это настройки непосредственно. Вот здесь меняются части. Да, вот видите, стояли нормал. Вот такая вот заковыра. Хорошо, конечно, что куплены покрышки все. Ставим суперсофт, но вот изначально одеты дорожные только. Ну, теперь-то мы знаем, что если нам дают прокачанную машину или мы ее покупаем, то надо внимательно смотреть. Так, ну что же, вот в нашем распоряжении Ford GT40. Это ни много ни мало многократный победитель Лимана гонки марафона легендарного 24-часового. Четырехкратный, причем подряд. Он побеждал в гонках в Лимане. Управляя такой легендой, нельзя упасть в грязь лицом, и нужно, естественно, выигрывать здесь. Причем машина эта очень, тоже она очень сбалансированная хорошо, и так как она вот не настолько мощная, но вот за счет своего великолепного баланса она может сражаться с гораздо более сильными соперниками. То есть у нее вот сейчас немного меньше 500 лошадей, вот, но сражаемся мы тут с машинами, которые гораздо более мощнее нас. Но за счет своей великолепной развесовки, опять же за счет среднемоторного расположения двигателя, машина позволяет биться с ними на равных и выигрывать. Ну, вообще, не знаю, как в третьей, но в четвертой части потом появилась модель современная этого Форда. Уже, ну, еще более мощная, с аэродинамическим обвесом. И она вообще, ну, очень такая, ну, хороша была. Очень. По-моему, называлась она Ford GT LM Race Car или что-то в этом роде. Она еще и в заставке фигурировала. К четвертой части имею в виду. Тоже классная машина. Но здесь вот есть именно тот классический старый вот этот вот Ford GT40. Вообще же, по-моему, в 2008 году выпустили, ну, редизайн, что ли,
и, так скажем, чтобы отдать дань памяти вот этому великолепному болиду, выпустили Ford GT. Уже от него исчезла эта приставка 40, просто Ford GT. Ну, с виду он практически такой же, единственное, там немножко рестайлинг произвели, ну так, чтобы более современно смотрелась машина, там оптику поменяли, ну, естественно, материалы, из которых состоит сам кузов, вот. Но вот та машина, которая есть в Gran Turismo 4, это уже чисто разработка Polyphony Digital. В реальности вот такого гоночного болида не существует. В последующих, кстати, частях, после 4, 5, 6, он тоже существует. Имею в виду гоночная версия, как бы современная Ford GT. Но она существует только внутри игры. Вот. Ну, это дань памяти легендарной машины. Ну, машина на самом деле классная. У нее тоже, как и у всех, в общем-то, среднемоторных машин, есть некая склонность к избыточной поворачиваемости, но это все в пределах нормы, это все контролируется, это, в общем-то, предсказуемо. Самое главное, чтоб машина была предсказуема. Даже если у нее есть какие-то проблемы с управляемостью, если это можно все предупредить, то, в общем-то, страшного ничего нет. Ну, а вот Ford GT именно такой. То есть он поддается довольно легко управлению. Даже если он начинает что-то идти не так, его легко можно вернуть на правильную траекторию. Ну, классная машина. Ну и вот после борьбы на первых паре кругах, в общем-то, мы вырвались вперед и благополучно одолели эту гонку. Опять же, надеюсь, что сейчас здесь не будет какого-то рандома, и нам дадут все-таки этот TVR Speed 12, который у нас, если вы помните, ну, нам давали в позапрошлой серии, и он стоит целых 500 тысяч, полмиллиона. То есть мы сейчас, если нам повезет, в одно мгновение станем сразу богаты. Да, да. Дали нам его, значит, здесь рандома нету. Ну или, по крайней мере, нам опять повезло. Хорошая машина, хорошая, отличная. Вот, и давайте, что-то как-то куча у нас хлама скопилась в гараже. Давайте почистим наш гараж. Избавимся от всего, что у нас тут накопилось. Не все машины, конечно, хлам, которые мы будем продавать, но просто они нам сейчас не нужны, они просто занимают лишнее место. Куча майнсов, вот. Будем оставлять только машины, те, которые нам будут давать уже гоночные. Все их будем оставлять, наверное. И, ну, какие-то машины, которые там могут нам понадобиться. Ну, может быть, там для прохождения ралли или, ну, или каких-то еще чемпионатов, которые еще не пройдены. Вот мускулкары пока оставим, потому что нам еще предстоит пройти чемпионат muscle cars, muscle, American muscle cars. Вот, все остальное, в принципе, можно продать. Вот Лянчу Дельту можно, наверное, одну оставить, у нас их две, одна чуть мощнее. А вот эту вот более слабую версию продадим, сдадим на металл. ZZ3 вот тоже нам не нужно. Демио, молодец, отслужил свое, может уйти на покой заслуженный. И малолитражки все эти. Так, что нам еще? Ну вот Интегру можно тоже продать, вряд ли нам где-то пригодится еще. Цивик тоже был полезен. Всем им объявляем благодарность. Кордик. Ну и оставим наш первый самый Skyline.
Ну, в общем-то, все, наверное. Наверное, все. Хватит. Давайте сейчас посмотрим, что нам можно пройти. Какой чемпионат. Так, ну вот здесь у нас есть чемпионаты не пройдены. И вот еще. Гранд Туринг Кар Трофи. По-моему, здесь уже участвуют гоночные машины. Они уже в аэродинамическом обвесе. Довольно серьезные аппараты. Правда, в первой гонке ограничение лошадиных сил не очень большое. Надо вот сейчас подобрать машину. Ой, нет, Низмочка у нас уже мощная. А, Чайзер мы тоже прокачивали. Может этот взять? Скайчик Низма 400. О, или вот эту все-таки. Давайте-ка снова прокатимся на R390. Он классный. Его и прокачивать не надо. Он уже немножко у нас доведенный до ума. Я думаю, без труда он справится с задачей гонки по Red Rock Valley. Хоть мы и слабее немножко, но ничего страшного. Да нет, это на самом деле не ощущается, и мы легко выходим вперед. И, кстати, машины-то здесь, я опять ошибся, не в гоночной раскраске, без гоночных модификаций, обычные. Ну, прокачанные уже, конечно, до какой-то степени, но еще не fully racing cars, не полностью гоночные машины, ну, тем лучше. Проще будет их одолеть. Хорошая машина, хорошая на самом деле. Советую к ней присмотреться. Стабильно так себя ведет. В поворотах, на разгонах. Хорошо. Прямо и не скажешь, что она заднеприводная, среднемоторная. Сбалансирована хорошо машина. Тем больше я жду момент, когда мы заработаем прокачанную ее версию полностью. R390. Там, по-моему, Racing Model, как-то так она называется. Ну, то есть она уже в гоночной своей комплектации. И она нам пригодится, скорее всего, в Endurance чемпионатах, чемпионатах на выносливость. Имею в виду не эту, а вот именно ту, которую нам дадут, которую мы заработаем. Гоночную модификацию. Опять же, хвалебные слова в адрес этой трассы. Действительно видно, что даже вот эти несуществующие трассы создавали люди, которые понимают толк в гонках. Трассы вот эти вот оригинальные, как они называются, ну то есть которые существуют только в мире гран-туризма, в мире игры гран-туризма имею в виду, они в большинстве своем очень такие сбалансированные, очень интересные, самое главное. То есть действительно на них интересно гоняться, классные связки поворотов, плюс они не похожи друг на друга, у каждой трассы есть свой характер. Ну,
Молодцы, молодцы, ничего не скажешь. Великолепная работа. Не каждому это дано. Создавать такие трассы. Ну, тем временем мы прошли этот первую трассу. Всего 8 тысяч заработали, но зато заработали какую-то призовую машину. И давайте посмотрим, что же за тачку нам дали. Ох ты! Дайшин Сильвия. Вот это да. Классно, классно. Давайте-ка на ней сразу обкатаем ее и на ней пройдем в этом же чемпионате следующую гонку. Помню эту машину. Хорошая тачка, классный агрегат. Еще больше у нас отставание по лошадиным силам немножко от соперников. Да, также видите, вот все-таки есть вот эта фишка, что новые машины, которые дают, у них вся резина куплена, но не установлена, стоит дорожка. Надо сейчас внимательно очень за этим следить и не забывать заходить на стройки. Поставили мы с вами супер софт и поедем сейчас на еще одной оригинальной трассе Grand Valley Speedway. На предыдущей трассе я говорил, что классный. Вот смотрите, опять два Skyline абсолютно одинаковых и еще R34. Ну ладно, R34 это хорошо, а вот два одинаковых Skyline не очень. Опять же говорю, нету разнообразия особого. Пара одинаковых машин ставят. Классный агрегат Сильвия. Заднеприводная эта машина у нас. Ну, такая достаточно средняя по характеристикам. Опять же, с замашкой как бы на больше. Но классный аппарат, стабильный тоже, хорошо, мне нравится, как она идет по трассе. Ну, конечно, тут сейчас играет свою роль еще сверхмягкая резина, но тем не менее. Не пытается она никуда сбежать, послушная, хорошая машина. Такой у нее достаточно серьезный звук мотора уже. Чувствуется мощность. Ну и плюс, так как она уже гоночная полностью, естественно, баланс у нее тоже великолепный. И несмотря на то, что, может быть, по мощности мы где-то отстаем от них, но за счет своей сбалансированности, конечно, отрываемся от соперников в очень таком серьезном темпе. Ну и давайте опять немножко о трассе поговорим. Это, опять же, это оригинальная трасса. Она и в первой части была. Да, она вообще во всех присутствует частях Гран-туризма. Опять же, не могу говорить про третью часть, потому что я в нее не играл. Но думаю, что она есть и там. Вот. И тоже, хоть она и нереальная, эта трасса, но сделана, ну, с душой сделана, чего тут греха таить. Интересные связки поворотов, тоже своя у нее такая атмосфера. Хоть и нету здесь особо длинных прямых, но трасса, в общем-то, такая среднескоростная, даже, наверное, скоростная, высокоскоростная, за счет того, что тут есть связки поворотов быстрых, есть и медленные. Ну, в общем, как говорится, есть где и обгонять, есть где и, ну, приятно попилотировать машину. В частности, первый сектор мне вообще очень нравится. Тут вот знаменитые два этих первых песочных поворота на первом секторе. Первый из них, вот это торможение, оно, кстати, тоже такое интересное. Легкий левый изгиб и сразу же переходящий в правый резкий поворот, да еще и с изменением рельефа. Ну, классно, конечно. И там
Если машина не очень стабильна, там ее легко потерять. Ну и вот второй песочный поворот. Тоже очень такой требующий внимательного торможения, четкого. Среднескоростная связка, резко такая. И опять медленный левый на входе в туннель. Здесь направо уходит короткая версия трассы Grand Valley East Section. Ну а мы направляемся на этот мост. Классный живописный вид по длинной версии Grand Valley Speedway. Ну и окончание круга. Медленная-медленная шикана. Левый-правый поворот и разгон. И последний поворот правый перед финишной прямой. Тут вот заезд направо на питлейн. Ехали мы здесь с вами в первой части 300 километров по этой трассе на Honda NSX. Тоже интересная гонка была. Так, ну вот, без труда мы выиграли. Одолели очередную гонку. Здесь уже гораздо больше денег дают, уже приличная сумма, 20 тысяч. И еще одна новая машина, надеюсь, что тоже будет полностью прокачанная. Ну, смотрим. О, да, да. И вот, кстати, еще один NSX, который здесь есть, именно такой прокачанный. Правда, это не спешл модель, а вот нам его дают. Давайте-ка на нем, наверное, сразу прокатимся и последнюю гонку. А, нет, не получится. Здесь ограничения чуть меньше. Жаль. Во второй части вот нету возможности мощность машины контролировать. Вот такой вот, ну, прокачанный уже полностью. То есть, если бы машина была прокачана нами, мы могли бы что-то поснимать с нее и уменьшить ее мощность. Но вот на такой полностью уже гоночной машине нет возможности этого сделать. Что-то не могу я выбрать, на чем же нам поехать. А давайте-ка, наверное, на GT40 опять прокатимся, уже на такой, на более извилистой трассе. Проверим его, как он на Митфилде будет себя вести. Тоже, кстати, оригинальная еще одна трасса. Кстати, в предыдущей серии я называл модели NSX-ов, спешл моделей. Именно спешл модели NSX-ов, которые есть в магазине Honda, в спешл моделях. И я там назвал 3 модели, но я ошибся. Оказывается, их всего 2. Вот, так что и Castrol этот NSX, да, я его забыл назвать, но, ну и он и не является, в общем-то, спешл моделью, поэтому все нормально. На самом деле всего 2 модели специалов у NSX, Mobil 1 и Raidrick. Так, ну, опять же, вот мы взяли лимановский GT40. Здесь вроде бы мы тоже по мощности аж на 100 лошадей позади, но опять же, за счет того, что у нас чисто гоночные агрегаты, а здесь ездят у нас в соперниках, ну, так скажем, дорожные машины, просто прокачанные, оказались мы гораздо сильнее их. Ну, ничего страшного, тем не менее, будем наслаждаться просто поездкой на великолепной машине и на не менее великолепной трассе. Midfield Raceway, опять же, оригинальная, присутствующая здесь в серии Gran Turismo, как раз-таки вот со второй части здесь состоялся ее дебют. И с этих времен она
присутствовала еще в нескольких частях. А именно, ну, доподлинно знаю, что она есть в четвертой части и в шестой. Вот насчет третьей, опять же таки, я не в курсе. И в пятой ее не было. А в шестой, слава богу, ее добавили разработчики. Респект им за это и уважуха. Вот, тоже, блин, интересная трасса. Она сама с собой перекрещивается. В реальности у нас тоже есть такие трассы. Например, Сузука. Японская. Вот, и здесь тоже эта трасса сама себя перекрещивает. Вот, кстати, сейчас мы проезжали по мосту. А под нами была... Ну, она же, эта же трасса. Ну вот. Тоже она довольно-таки скоростная. Хотя не чисто скоростная, есть и медленные повороты. Но, тем не менее, очень интересная. Так, ну и вот мы, оторвавшись от них практически на там, треть круга уже, выиграли без особых хлопот. И сейчас посмотрим, что же нам опять дали за машину. Я прям в предвкушении, потому что здесь, я смотрю, нам дают чисто гоночные аппараты. Уже 30 тысяч уже. Вообще серьезная сумма. Одна из самых больших. Так, ну и смотрим, смотрим, что же нам дали. О, да, это Skyline, прокачанный Skyline, Unicia Jax Skyline. Уже очень серьезный агрегат, мощный, классный. Так, ну и в прошлой серии я вам обещал, что мы начнем в этой серии проходить раллийный режим. Давайте попробуем вот какую-то из этих гонок. Вот смотрите, Лянчи Дельта Интеграль тут. Это, по-моему, спешл модель. Давайте, денег у нас много, шиканем и купим такую же точно Лянчу спешл модель и на ней... А, Дельта С4. Нет, она не совсем такая, значит. Ну, ничего страшного. Тем не менее, давайте все-таки ее купим. Вот мы разжились еще одной спешл моделью в пару к Toyota GT1. Опять же, давайте купим. Здесь теперь нужны грязевые, видите, вот покрышки. А, они куплены уже сразу. Отлично. А, только теперь надо, опять же, посмотреть, поставлены ли они. Так, ну и можно ли ее еще прокачать? А, нет, судя по всему... Да, да, наверное, только резина и все. Все остальное, она уже, ну, ничего ей не нужно, гоночный аппарат. Ну что же, давайте попробуем себя в ралли. Посмотрим. Так, давайте зайдем в настройки, колеса. А нет, смотрите, стоит сразу и... крышки дирт. Ну вот. Интересно, что везде в настройках стоит нормал, да, как бы, ну, то есть, типа, стандартные запчасти, но на самом деле, видимо, это уже, ну, какие-то гоночные части. Хотя, в принципе, раллийные машины, они, на самом деле, довольно много у них стоковых запчастей. Не все абсолютно у них там перебрано. Интересно... Ага, No Ghosts, это, видимо, тень. Я, кстати, вот подзабыл. Тень. Что же это значит? Видимо, мы с тенью как бы будем сражаться. Я почему-то забыл об этом. Я думал, что здесь мы будем биться с машиной. Ну, то есть, что можно будет от нее, если что, там, облокотиться, так скажем. Ну, видимо, они тут будут. В виде тени. Ну, смотрю, наша-то Лянча Дельта
посильнее будет, чем наш соперник. Видимо, не только раскраской они отличаются. Чуть-чуть другая. Опа! Вот точно. Сквозь нас пролетела соперничающая с нами Лианча. Так, ну-ка, парень, что-то ты как-то убежал от нас. Ну, на самом деле, привыкать надо все равно к раллийному режиму. Здесь специфическое довольно-таки управление. Не скажу, что оно реалистичное. И вообще, опять же таки... Ну, в общем, раллийный режим мне во второй части тоже не очень нравится. Опа, это уже финиш, один круг всего. Что-то я это как-то упустил. Вот, и мы проиграли благополучно первую попытку нашу. Ну, ага, за второе место вообще никаких денег не дают. Печально. Ладно, давайте сразу же второй заход сделаем. Надо поаккуратнее ехать. Во-первых, один круг оказывается. Интересно, вот это options type 1, 2, 3, это... Выбирал я, получается, эту тень. Чем-то не отличаться, значит, могут. Ну ладно, в этом мы разберемся еще. Еще будет у нас шанс. Ну а нам надо реализовать, так скажем, потенциал нашей Лианчи. Все-таки мы, судя по всему, помощнее, чем наш соперник. Надо поаккуратнее ехать. Все-таки тут есть тоже такие довольно... крутые повороты. Ну, в общем, не знаю. Это, судя по всему, ралли они решили, разработчики Gran Turismo, прикрутить сюда, ну, с оглядкой, может быть, даже на Колин Макрей ралли, потому что вышли они буквально с годом разницы. Две игры Колин Макрей и вот вторая часть Gran Turismo. Видимо, глядя на то, что Колин Макрей очень хорошо зашел, ну, имею в виду продажи, то разработчики GT тоже решили тут не отставать и добавить. Но вот, в отличие от Колин Макрей, ралли такой же физикой похвастать Gran Turismo, именно раллийной физикой, не может, конечно. И, ну, довольно слабо реализовано. Не знаю. Может, у вас, конечно, другое мнение, дорогие интернет-зрители, но мне не нравится. Вот, давайте посмотрим немножко на две Лианчи. Благополучно мы одолели все-таки нашего противника со второй попытки. Сама машина классная, мне понравилась. Но, опять же, на ней бы еще проехаться где-нибудь на... просто на кольце, на... не на раллином, на сликах, что здесь достаточно сложно оценить ее управляемость. Так, ну, сохраняясь, я тут применил чудеса монтажа, немножко ускорил все это дело. Нам машины не дают, оказывается, нам не дают машины за ралли. Это печально, кстати, это довольно-таки печально. Почему-то мне казалось, что машины все-таки дают за прохождение ралли. Ну, может быть, в более серьезных соревнованиях будут давать. Я не помню, если честно. Уж простите меня. И, кстати, я вот заметил, что Лианча, когда попала нам в гараж, у нее резко увеличились количество лошадиных сил. Да, смотрите, здесь в магазине у нее 243 лошадиные силы. Вес, по-моему, остался тот же. Хотя вы помните, что мы ничего не покупали на нее, все было куплено. И здесь, да, 387 лошадей, то есть, ну, не в два раза, но на 100 лошадей у нее стало больше. Интересно, интересно, при том же весе. Вот поэтому-то мы так и уезжали, наверное, от нашего соперника. Ладно, давайте на этом закончим серию. Спасибо вам огромное, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Ставьте лайки, если вам понравилось. Ну и увидимся в следующей серии. С вами был, как всегда, Скудер. Всем пока-пока и удачи!